Доброго воскресенья вам, друзья, и доброго воскресенья вам, недругим. Прочитал сейчас в «Комсомолке» интервью с отцом Александра Ревы. Тот жалуется, что сын не помогает ему, и сын отказывается приезжать в родной Донецк. Оказывается, потому что он друг Владимира Зеленского. Его не пустят на Украину, если он будет приезжать на Донбасс. Ну, не знаю, все-таки он за выступление я посмотрел вперед от 35 тысяч евро, деньги приличные. В общем-то, отцу-то мог бы и помогать насчет отказа приезжать в Донбасс. Ну, мы же знаем, что они все отказываются приезжать. Ну, за исключением, не знаю, Лепса, еще 2-3 человек. Так что здесь Александр Ревва не исключение из правил. Александр Ревва – это правило. Я, кстати, лет, наверное, 10 назад с ним беседовал. Не помню, говорил ли с ним про отца. Про маму точно говорил. Она какое-то отношение имела к шоу-бизнесу. Ну и да, про бабло и про славу мы с ним говорили. Бабла и славы стало у Александра еще больше. Ну что, у него, я посмотрел, намечаются выступления в Турции. Будет перед туристами выступать, не знаю, перед нашими или сведомыми. Ну, в Монако, разумеется, в Монако. Уже. Ну, а в ноябре в Крокусе Москва ждет. Я так понимаю, что все вот эти вот гены, это от мамы, да? Ведь мама фактически, да. Фактически была в шоу-бизнесе, да? Мама, скажем так, это вот ее. Угу. Ну, чуть-чуть про маму, для тех, кто не знает, допустим. Вот. Ну, мама, во-первых, мама – любовь. Угу. Очень мощный энергетический сгусток такого огромного количества талантов, связанных как раз с шоу-бизнесом. Поет, танцует, дирижер профессии, режиссер массовых сцен. В общем, везде, где эта женщина находится, все танцуют, водят хороводы, рассказывают стихи. И обнимаются, и целуются. Угу. Это вот такой человек. А сестра? Сестра ведь, насколько понимаю, двойняшка, да? Да, у меня двойняшка на 15 минут старше. Ага. Наташа, Саша. Так. Ну, вот. То есть у вас есть вот эта вот связь, да, которые говорят вот у близнецов? Такая есть связь. Ментальная, да? Да, есть связь. Ага. Скажем так, она на каком-то непонятном, ну, неосознанном уровне, но вообще родители ждали, вот по секрету скажу, родители ждали двух девочек. Угу. Представляешь, то есть я должен был то быть... То ждали, в смысле хотели или им сказали, что... Им сказали. Тогда же УЗИ слово было непонятное для всех. Ага. Вот. И ждали, ожидали реально двух девочек. Я должен был быть Оксаной. Это серьезно сейчас? Потому это я сейчас серьезно. Все знают, что Рема любит потроллить. Нет, я серьезно говорю. Это должна была быть Оксана. Оксана Рева. Вот. До сих пор я там подшучиваю с друзьями, что Оксанка приходила. Ну, то есть... А чем занимается сестра? Она преподаватель английского языка. Вот, воспитывает дочку Веронику. Где? А в Сочи. Да. А, в Сочи, да? Там же. И мама же тоже, по-моему, в Сочи. Мама, да? В Сочи. Угу. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.